Дорогие друзья, всем привет. Мир, добро, любовь и свет. Приехал ко мне друг Серега. Всем привет. И он начинает готовиться к рыбалке. Сейчас сезон весенний такой. Он собрался на рыбалку. А его кресла вот такие вот, пришли в негодность. Порвали рыбаки. Да. Не очень хорошие, не будем про них говорить. Друзья, сейчас мы будем это ремонтировать. Сейчас мы разбираем ее, делаем выкройку. Вот такая ткань будет. И сделаем шикарное. Да, и Серега сейчас будет у нас все это исправлять. Автоматические, механические, электрические, с поддувом, с кондиционером. Все дела, короче, будут. Да, друзья, сейчас мы будем покажем, как все это потом будет выглядеть. Покажем готовый вариант. Да, готовый вариант. Видите, все дерьмо, все порвано. Вон. Сгнило под нами. Ну, Серег, я надеюсь, это будет способствовать хорошей рыбалке, да? Естественно, естественно. Хорошо сидишь, хорошо лежишь. Хорошо лежишь, рыба будет клевать полным ходом. Она же чувствует, что нормальный рыбак. Какой настрой у рыбака, да? Конечно. Если рыбак с хорошим настроением, она и клюет хорошо. Ну все, друзья, сейчас мы доделаем и будем дальше. Да, мы не прощались. Да. Друзья, сейчас приступаем к основной задаче. Сшивание материала. Серега, ты готов? Конечно, готов. До чего дошли? Женских рук нету, не хватает. Смотрите, завидуйте. Я гражданин. Пошла, поехала. Серега, как ощущения? Нор. Стоп, назад загребчик делай. Нажимай. Во. Назад. Привыкли. Тяжеловато. Ну, пошла. Вот. Так. Теперь что мы ее сейчас. Нет, друзья. Ну как ощущение, Серег? Что ты скажешь по этому поводу? Современная мода. Это настоящее искусство. И я убежден, я уверен, что этот костюм произведет у вас очень сильное эстетическое воздействие. Очень по-швейному. Очень. Машинка класс. Еще бы руки из того места, и было бы все хорошо. То есть продолжаем, да? Да. Ну что, поехали. Загналось. Так. Серёг, еще строчечку. А ты не по краю будешь? Я думал, ты по краю будешь здесь. По самому. Ну давай, не, я сначала тут, как это. Как мне мастер показал, я так и сделал. Способные ученики должны повторять. И все это ради чего, Серег? Ради рыбалки. Ради рыбалки. Представляете? Приходится на чего идти. Верно. О, назад. Все. Все, класс. Подняли. Друзья, в общем, тема такая, швейная. И сейчас мы получим, ну, сейчас мы уже покажем, что получилось с этим делом. Правильно, Серег? Да. Уже конечно. В ближайшее время вы увидите. Слушай. Портной. Что-то как-то... Я не портной. Я кутюрье. Если хотите, жрец высокой моды. Друзья, закончили ремонтное дело швейное. Вот, сейчас Серега покажет, что у него получилось. Еще раз привет. Да, старались. Это не мода у тебя высокая, это ты мне талию под самыми подмышками сделал. Что это такое? Да что вам не нравится, это же крик. Крик завтрашней моды. Значит так, или ты мне сегодня эту моду перешиваешь, или завтра кричать будешь уже ты. Вот, ну в принципе, что-то вышло. Смотрите все. В один тон. Как от Гуччи, можно сказать. Видите как?
аккуратненько, стульчик. Хуська будет рад. Вот, стул не мой, он будет сидеть на нем, радоваться, кайфовать там. А было как все он... изможденное такое, да? Все было дырявое, сгнившее. Вот, вот оно все такое вот. Все. Ну, веса, понимаете, тяжелые. Не всегда справляется рыболовная техника. Ну, сейчас все красота, все новенькое. Все по красоте. Да. Со старыми вещами, обновленными, едем на рыбалку. Да. Привет будет из Астрахани потом. Серёга, какие ощущения от ремонта? Хорошо, быстро справились. Еще, вот еще, ну, еще запас есть, что ремонтировать, поэтому будем часто посещать сюда. Да. Да. Всем. Друзья, всем. Всем-всем-всем. Удачи, да. Позитивного дня. Хорошего настроения. И главное, хорошего настроения. Да? Да. Всем пока. Весна началась. Не, ну пацаны. Не, ну серьезно, ну что вот это он сделал? Что это такое? Костя. Костя. Не, ну серьезно, Костя, ты смотри. Это я. Смотри, что он мне сделал. Срочно зови крутых.